И в начале выпуска новость последнего часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с исчезновением топ-менеджера российского филиала крупной международной компании в Москве. В последний раз Якова Фоминых видели около недели назад. По неподтвержденным пока данным, в тот день у мужчины был назначен визит в ГИБДД. Однако позже его автомобиль нашли сгоревшим. Рядом с машиной документы и банковские карты, а сам владелец бесследно пропал. Добавлю, возбуждение дела по статье «Убийство» не означает, что следователи уверены в смерти потерпевшего. В данном случае это формальность, необходимая для начала розыска. К поискам уже подключились волонтеры. Не исключено, что топ-менеджера похитили с целью выкупа.